Мой цвет настроения черный. Фил. Мой цвет настроения черный. Клип Егора Крида на новую песню «Цвет настроения черный» вышел в сентябре. После певец запустил конкурс. Участникам нужно было снять оригинальное видео под этот трек. Победителю деньги и слава. Выиграли студенты Нижегородского Евстигнеевского училища. О конкурсе будущие актеры узнали случайно. Увидели пост Крида в интернете и сразу решили записать ролик. Идея на самом деле была такая давно. Вот, и как-то так подфартило то, что был конкурс, и мы решили поучаствовать. Я предложил ребятам, и все ребята коллективно согласились с идеей. Специально для нашего телеканала ребята сделали новую зарисовку. Здесь перчаток нет, но слова прочитать можно. Белоснежные аксессуары у студентов уже были. Сшиты для пластического номера под музыку Вивальди. Видео сняли прямо в зале для репетиций. Самих актеров на нем почти не видно. В кадре руки. Технику черного кабинета ребята отрабатывали долго. Перемещаются быстро, при выключенном свете движений не видно. Внимание привлекают действия рук. В конкурсе приняли участие 17 третьекурсников отделения актер театра и кино. Сделали все это за 40 минут после учебы. У нас возникла идея, мы это сделали, придумали. И на следующее утро, буквально за полчаса, мы все это сняли. Егору Криду поступило свыше 100 тысяч заявок. Победителей он искренне благодарит за участие. Это любимцы публики, любимцы в комментариях, ну и, наверное, наши, потому что, ну, честно говоря, мы такого еще не видели. К своему творчеству ребята относятся серьезно. Одна из участниц отмечает, деньги пойдут не на развлечения. Ну, вы знаете, мы решили, что мы потратим на дальнейшую работу нашего курса. Ну, то есть, там, купим ноутбук, там, аппаратуру всякую. Возможно, ну, мы еще точно не знаем. Возможно, конечно, какой-нибудь конкурс поедем. Я поздравляю ребят. И поздравляю их не просто с победой, а я поздравляю их с тем, что то, чему они научились, вот этот номер с руками у них есть в спектакле «Дивертисмент», на который мы приглашаем. Они взяли и этот прием, который они выучили, они применили для того, чтобы заработать деньги и, так сказать, и прославиться на Нижний Новгород. Я их поздравляю, главное, не со славой, а с тем, что они свое актерское мастерство, которое они получили здесь, притворяют в жизнь. Это самое главное. У этих студентов есть интересные готовые постановки. Среди них спектакль по документальным рассказам их собственных мам. Впереди у студентов еще много работы. А значит, скоро мы сможем увидеть новые необычные видео.